Доброе утро! А вот вы смотрите на нас и думаете, неужели Таня Шилина, Сергей Рябухин, Роман Герасимов, да, решили открыть кулинарное шоу. Но... И это так. И это так, конечно, с помощью микроволновки. Потому что у нее сегодня день рождения. Поздравляем так. Нас, что есть она у нас. А у кого день рождения, тот и работает. Вот, попкорн, значит, мы туда на 3 это минуты. Это подарок? На 3 минуты. Так, попкорн, давай, поехали. Запускай. Ну, заработал. А пока посмотрите, что мы вам уже приготовили. Вы представляете, в 1998 году так. В Австралии ученые изучали непонятные сигналы из космоса. Изучали, между прочим, 17 лет. Придумали специальное слово «перитоны». А потом оказалось, что сигналы подает микроволновочка из кухни. Обеды там разогревали. 17 лет люди работали просто в поте лица, вы понимаете? Но не забывали, правда, и об обеде. Видимо, она без перерыва. Слушайте, звуки интересные. Но, кого ты засунул в микроволновку, Сережка? Там попкорн готовится. Но, ребята, скоро Новый год. И поэтому, если у вас есть дома железная посуда, знаете, железная такая, в поездах такая была. Да, кружки, вот эти миски. Срочно туда микроволновочку закрываете и внимательно смотрите. Яркие вспышки, огни, испорченная микроволновка вам обеспечена. Ну, то есть я... перевожу. Не пытайтесь засовывать в микроволновку железную посуду. А если у вас есть консервные банки, можете тоже засунуть, и тогда взрыв и осколки из этой микроволновки вам тоже обеспечены. Очень классно. Почувствуйте себя Стивеном Сигалом. Помните, как он на корабле-то там чего-то такое засунул в микроволновку, конечно, минут на 5 поставил, пол корабля нет. Не засовывайте консервные банки в микроволновку. Так, а еще, знаете, есть такие CD-диски, которые уже никому не нужны. Так вы их срочно в микроволновку засовываете все. На одну минутку и смотрите, что будет. Что будет? Будет, сейчас я сейчас прочитаю. Заиграет музыка. Возгорятся они и даже могут спровоцировать взрыв. А я не понимаю, это просто был изобретен такой ящик для взрывов. Что туда не засунешь, все взрыв. Не засовывайте диски. Слушайте, вот у нас все, 11 секунд, 10, 10, 9. Да. Сейчас будет взрыв! Сейчас. Ложись! Все, отлично, там попкорн готовится. Не, подождите, а еще, знаете, вот если вы яйцо засунете в микроволновку, ой, внимание, ну это совсем... Это будет... Это держи так, доставай, Танечка. Сережа, убери это яйцо. Это будет бабах! А? Так, 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 так. Очень горячий. Да. Отлично! Попкорн готов! Подождите. Давай, давай, давай. Класс! Приятного нам аппетита, приятного друзья. Приятного аппетита. Все. Поздравляем микроволновку с праздником. Вот это тебе, микроволновочка.